Всем привет, сравнение смартфона OnePlus 8T против Apple iPhone 11. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость и наличие данных устройств. По внешнему виду iPhone 11 сделан из стекла и металла, спереди и сзади стекло, металлическая окантовка, тут цельнометаллический корпус, стекло только спереди. Двойная камера против квад-камеры у OnePlus. Диагональ дисплея 6,1 дюйма против 6,55 дюйма у OnePlus, у него диагональ дисплея побольше. Джека для наушников нет, смартфоны защищены по стандарту IP68, на 2 нано-сим карточки OnePlus, у него слот на 2 нано-симки без слота для расширения памяти, тут слот на 1 нано-симку, то есть тут в этом плане есть преимущество у OnePlus. Окей, давайте вот еще раз сравним их по габаритам, по толщине. Окей, и разблокируем устройство. Так, по дисплеям есть преимущество достаточно большое у OnePlus. У него AMOLED-дисплей у iPhone IPS. AMOLED-дисплей с намного большим разрешением, чем у iPhone. Тут Full HD разрешение, у iPhone HD разрешение Retina HD. Вот 326 ppi, у OnePlus 402 ppi. А также OnePlus дисплей поддерживает повышенную частоту обновления кадров, 120 Гц. Тут стандартная 60 Гц. То есть тут дисплей в два раза плавнее. И это реально ощущается в меню, социальные сети. Все намного приятнее для глаз будет на дисплее OnePlus. Это весомое преимущество. Хорошо, переходим к тесту, синтетическому тесту Geekbench. Так, Geekbench 5. Посмотрим на технические характеристики. iOS 14.3, Android 11 и Oxygen OS 11. Процессор у OnePlus от Qualcomm, это Snapdragon 865 8-ядерный 4+3+1, тут Apple A13 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, тут 8 гигабайт оперативной памяти. Смотрим на результаты тестов. Вот одноядерный, мультиядерный тест, и видим, что большое преимущество у OnePlus. А вот результаты, все, вот это вот правильный результат на iPhone, iPhone 11, да, это был результат iPhone 10, вот тут сохранился почему-то результат iPhone 10, вот iPhone 11, вот это его результат, 3200, он даже немножко превосходит по тесту и в одноядерном, и мультиядерном OnePlus. Хорошо, закрываем, посмотрим теперь на Antutu Benchmark. $517 000, тут 487. Опять небольшое преимущество у айфона, вот, но видим, что примерно, да, оно и есть преимущество айфона, но небольшое, и смартфоны примерно вот по производительности считаются равными по бенчмаркам. Хорошо, закрываем, давайте посмотрим на производительность в браузере, откроем страничку Samsung.com в браузере устройств. Так, открыли. Samsung.com, отлично работает сайт, ну вот, конечно, по плавности, да, разница дисплеев есть. Не знаю, как это, конечно, будет заметно на камере, но на OnePlus, конечно, намного приятнее выглядит картинка для глаз. Теперь сюда перейдем. iPhone немножко быстрее загружает эту страничку. И возвращает назад быстрее. Тут одинаковая загрузка. Теперь сюда. На iPhone вот моментально, да, возвращает предыдущую страничку, тут оно как бы ее перезагружает. Интереснее работает на OnePlus, но немножко быстрее на iPhone странички грузится, но вообще, да, работа в браузере из-за дисплея приятнее на OnePlus. Хорошо, теперь давайте откроем тяжелую игрушку PUBG Mobile. Вот одновременно посмотрим, кто быстрее загрузит эту игру. И как игра будет работать, будет ли какая-то разница по графике. На iPhone чуточку быстрее загрузилось, так как это все пропустить. Так.
Сейчас все это пропустим, перейдем в настройки. Но чуточку быстрее было на айфоне. То есть опять небольшое маленькое преимущество. Хорошо. Так, настройки. Настройки, графика. Графика. Видим, на одинаковом уровне работает PUBG Mobile на этих устройствах. То есть идеально, что там работает эта игра. Хорошо, закрываем. Теперь покажу вам примеры снимков на камеру этих устройств сравнений. Сможете оценить их качество. Выведу снимки на экран в обычном режиме. Что касается автономности, по автономности выиграет iPhone, но в режиме 60 Гц, если поставить режим 60 Гц, да, обычный, то будут они примерно равны по автономности. Вот если в режим 120 Гц, то тогда iPhone выигрывает. Вот. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!